готовы, дети! Первое, это очень красивый проектор. Второе, здесь Android в базе, вам не нужно докупать сторонние ТВ-боксы, есть ряд уже установленных программ. Третье, это автоматическая регулировка Keystone и автофокус. Есть еще и четвертое, есть и пятое, и шестое. А самое главное, друзья, это цена. Как вы думаете, сколько должен стоить данный проектор? Сколько? О цене я вам расскажу немножко позже. Если серьезно, это весьма интересная новинка от компании Bionetech 23 года. Модель называется X25. Здесь есть ряд особенностей, крутых решений, о которых вы должны знать перед покупкой. Все вам сейчас про этот проектор расскажу. Всем привет, друзья! Bionetech X25. Пристегивайтесь! Проекторы реально очень компактные, друзья, размеры небольшие. При этом и сборка прям премиум, я бы сказал. Да и материалы тоже, это пластик прочный с каким-то софт-тач покрытием, в общем, держать реально приятно. С передней части находятся датчики и сенсоры, отвечающие за фокусировки и коррекции. Слева линза объективом, для нее предусмотрена крышка в комплекте. Ниже блестящая надпись бренда Bionetech. Передок, в общем, смотрится действительно круто. С левой стороны перфорация, отверстие под забор воздухом. Там спрятан фильтр, который вынимается с нижней части, и иногда его нужно все-таки очищать от пыли. Не забывайте про это, извлекается просто. С противоположной стороны выдув горячего воздуха, не перекрывайте эту часть ни в коем случае. С задней стороны по центру блок, там USB 3,5 мм для наушников или акустики, AV, HDMI, инфракрасный порт для пульта. Ниже разъем для подачи питания. Сверху тоже по кругу вентиляционная решетка, по центру выступающая башня со, скорее всего, стеклянной поверхностью. На ней размещены кнопки управления. То есть вы поняли, данным проектором можно пользоваться без пульта, это тоже хорошо. Подсветка предусмотрена. Я в комплекте использую еще фирменный штатив бренда Bionetech, ссылку оставлю в описании. На нем проектор выглядит еще круче, да и с регулировкой проще. То есть снизу резьба для установки или подвешивания есть. В комплекте также пульт управления удобный, с довольно тихими кнопками, провод питания, кабель HDMI, AV-провод и инструкция. По характеристикам, то здесь реальное Full HD разрешение 1920 на 1080, операционная система Android 9 в базе, автоматическая регулировка фокуса, автоматическая регулировка Keystone, двухдиапазонный Wi-Fi 2.4 и 5 ГГц, яркость 680 ANC, диагональ 50-300 дюймов на расстоянии 1,5-6,65 метра, для 100 дюймов нужно 3 метра, мощность проектора 100 Вт, динамик 1 на 5 Вт, срок службы чипа 30 тысяч часов. Давайте запускаться. Ситуация у нас та же, друзья, кто знает, переехали мы немножко с другой комнаты, это мы находимся на кухне, здесь большое окно, а вот он наш проектор X25, и вот картинка транслируется на 100-дюймовый экран светоотражающий. Реально яркости очень много, такой маленький, установлен на специальном штативе, кстати, от Bionetech, тоже ссылочка будет в описании, очень удобный, регулируется по высоте, и, соответственно, данный проектор он без проблем выдерживает. И можно даже немножко сбоку его разместить, чтобы не мешал. Вы здесь занимаетесь готовкой, и у вас вот там вот транслируется картинка на 100-дюймовый экран. Выглядит реально очень круто. Запускается проектор быстро, автоматическая регулировка фокуса Keystone. И все это вот в базе установили, отображается все четко. Ничего регулировать не нужно. Даже я вот ничего не настраивал, просто вот на такую высоту приподнял проектор, и получаем 100 дюймов диагональ. Сейчас красненько пробежимся по меню, расскажу про возможности проектора. После запуска нас встречает вот такой рабочий стол, такой лаунчер предусмотрен, здесь система Android, есть ряд установленных программ, YouTube, Netflix, Spotify, Prime Video и так далее. Вверху у нас разбивка по секциям, поиск, главное приложение, видео, музыка, а также есть настройки. С главной страницы мы можем быстро перемещаться по нужным нам иконкам, быстродействие здесь хорошее, также можем добавлять свои APK-шки, качать их из магазина, либо же устанавливать из флешки. Перебегаем в настройки и посмотрим, что здесь есть. Обновление приложений и перебегаем на плиточку настроечки. Здесь есть настройки сети. Данный проектор, конечно же, поддерживает Wi-Fi 5 ГГц для более быстрой стабильной связи. В настройках Bluetooth мы выбираем, подключаем различные клавиатуры, мышки, аэромыши, колонки и так далее. Настройки приложения здесь выдаются приложением разрешения, убираются или же удаляются. Это есть. Языковые настройки, данный язык поддерживается, установка даты, настройка при включении, здесь предусмотрены различные варианты при запуске, чтобы стартовал домашняя страница, либо же AV-вход, либо же HDMI. А еще есть интересная вещь, запустить приложение при загрузке, то есть вы можете сюда выбрать YouTube, и у вас после включения проектора сразу будет стартовать YouTube-чик, что весьма тоже удобно, не во всех проекторах такое есть. Настройки проекции.
Здесь первый пункт скрин-сервер, то есть будет включаться после определенного времени. Режим установки, режим ориентации, под потолком висит, на боку стоит, либо же вот прямо к экрану. Дальше автоматическая регулировка коррекции, горизонтальная, вертикальная, автоматическая фокусировка. Вы включили проектор, он сам запустился, все настроил, ничего делать не нужно. И как видите, я вот просто отдалил его на определенное расстояние, примерно нужно почти 3 метра, чтобы получить диагональ 100 дюймов. И вот, пожалуйста, все четко работает. Можно немножко левее сдвинуть, да и, собственно, все. По настройкам больше здесь интересного ничего нет. Все в базе хорошо работает. Вам ковыряться здесь, трогать особо ничего не нужно. Сброс к заводским настройкам, локальное обновление и О. А О – это о проекторе. Модель X25, версия Android 9, MAC адрес и так далее. И software upgrade, то есть также можно обновиться. Возвращаемся на рабочий стол. Быстродействие у проектора хорошее, все работает быстро. Оперативки здесь, по-моему, 1 гигабайт, но ее хватает вполне. Вверху у нас еще есть даже погода, отображается Bluetooth и, соответственно, Wi-Fi. Сейчас подключаем флешку и смотрим, что у нас там еще есть и как быстро запускаются файлы. Подключил я переносной диск на 240 гигабайт. Залетаем туда, выбираем на клавиатуре вход USB и попадаем в файловый менеджер. У нас здесь есть разбивка картинки, музыка, видео, внутренний накопитель, либо же вот китайская наша флешка 240 гигабайт переносной диск. Здесь вот такая вот деревянная папка. Дерево из папок, и здесь уже можем смотреть, что у нас внутри. Заходим в демо 2, как видим, даже есть предпросмотр. Это очень круто, мало проекторов поддерживает предпросмотр файлов. То есть вы видите, вот Beautiful Indonesia, Colorful Madagascar и так далее. Это удобно, когда отображаются иконки, вы хотя бы что-то видите, что будет ожидать вас внутри. Вот Jumanji, новый уровень. Конечно, внизу еще отображается путь, и там полностью можно видеть название файла, который будем воспроизводить. Запускаем наш файл Мадагаскара, попугайчиков, он весит 1,4 гигабайта, и посмотрим, как будет кушать проектор этот файл. Ну что ж, включаем, смотрим, здесь есть в настройках перемотка, пауза, следующий трек, настройки, зацикливание видео, работает. Хорошо, цвета мне очень нравятся, этот проектор нереально какой-то яркий, контрастный, насыщенный для своих размеров, просто отлично смотрится, особенно вот на вот этом экране светоотражающем, если стоять напротив него, ну картинка просто пушка, очень круто выглядит, я не знаю, к чему придраться, белый нормальный, нет никакой синевы, возможно красный немножко такой, знаете, малиновый, хотелось бы чуть более такой красноватый, это единственный, наверное, момент, который я сейчас вижу, этот файл я уже смотрел десятки раз, если не сотни, поэтому как-то уже, наверное, в голове немножко все перемешалось, но красный, да, немножко розовит, а в целом нормально. Жаль, что нет регулировки по настройкам цвета, но выглядит хорошо. Если вы слишком не придираетесь по цветам, то все это нормально. Перемотки, как таковой, любимой моей нет, приходится вот так нажимать, да, и тогда мы нажимаем, и будет перемотка по секундам. Для меня это не слишком удобно, было бы лучше, если бы это просто был ползунок, и мы могли перемещать, куда нам нужно. Да, ну можем нажать аэромышь. Давайте попробуем включить ее. Здесь она... А здесь, наверное, мышка не работает, да? Если мы именно используем этот пульт. Нет, вот мышка наша появилась. А попробуем пока перемотать в середину. Получится или нет, да? Нажимаем файл. Да, так получается. Вот так можно перематывать. Кстати, вот так мне больше нравится. Если что, берите на заметку. Вам нужно в какой-то отрезок перенестись. И как видите, быстродействие хорошее, оперативки здесь хватает, процессор справляется с воспроизведением тяжелых файлов, и это хорошо, даже предпросмотр есть. Так что с этим все в порядке. Сейчас послушаем еще звук, посмотрим на шум проектора и картинку при дневном освещении. При включенном освещении мы не слишком потеряли в яркости, данный проектор справляется даже днем, даже вот при включенном освещении здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 софитов горит над потолком. Да, немножко камера это все не передает, но в целом, вот пожалуйста, даже сбоку, несмотря на то, что это светоотражающий экран, я вижу данное изображение. Оно хорошее, контрастное, яркое, если вы стоите где-то напротив проектора, это тоже будет все смотреться неплохо. Данный проектор можно использовать днем, да, он не заменяет телевизор,
телевизор, это 100%, конечно. Но если вы используете светоотражающий экран, у вас есть какая-то небольшая ниша, либо немножко зашторенные шторы, то можно наслаждаться просмотром какой-то мультимедии. По поводу шума, друзья, данный проектор, если брать по шуму 10-бальную систему, 10 баллов это просто какая-то ракета, то здесь шум, наверное, вот где-то баллов, может быть, на 4 или даже 4 с плюсом, меньше середины, то есть он шумит реально негромко, шум спокойный, охлаждение справляется, и это хорошо. Действительно, это один из самых, наверное, нешумных проекторов, которые я тестировал вот за последнее время. Был у нас один проектор, которому я бы двоечку там поставил по шуму, он практически вообще не шумел, но там цена была over, по-моему, $1000. Этот проектор стоит просто гораздо дешевле, выдает хорошую картинку и шумит негромко. Я подхожу сейчас к проектору, и мы послушаем с вами, как он шумит через камеру, через микрофон. Стою прям вот возле выхода теплого воздуха. Не перекрывайте ни в коем случае левую сторону. Замолкаю на 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Там где-то на фоне птички поют. Сейчас уберу полностью громкость. Еще раз 1, 2, 3, 4, 5. И чем мне нравится еще Binetech, что они всегда уделяют внимание звуку. Данный проектор не исключение, в X25 звук мне нравится, но учитывайте тот факт, что динамик находится позади проектора, вам лучше размещаться где-то сзади. То есть если у нас проектор отдален сейчас для 100 дюймов на 3 метра, то есть вам нужно сидеть где-то позади проектора, чтобы наслаждаться звуком. Если нет, без проблем подключаем какую-то стороннюю акустику, да хоть компьютерные колонки, размещаем где вам будет нужно, лишь бы провода хватило и так далее. Послушаем сейчас наш тестовый ролик, как звучит данный проектор. Сзади подойду, через микрофон, через YouTube опять же, ну для общей картины будет, думаю, что-то понятно. 90% громкости. Как там дела? Вообще-то ты сейчас немного не вовремя. Звук очень чистый, голоса именно. У нас проблема, там какое-то движение. У нас есть 15 минут. Низов маловато. Начинаем. Погнали. Привет, ребятки. Звук очень чистый по голосу, мне немножко не хватает низов, то есть если смотреть какие-то экшн-фильмы, то скорее всего придется подключать стороннюю акустику. Если вы любите, чтобы так дребезжало все, кричало, дрожало, тогда да, подключаем стороннюю акустику, колонки и наслаждаемся. YouTube на данном проекторе работает без проблем. Заявлено, что данный проектор, конечно же, Full HD с реальным Full HD разрешением 60 кадров поддерживает. Вот и зайдем сейчас в ролик и посмотрим, так ли это на самом деле. Заходим в настройки и смотрим, что у нас доступно по качеству. Так, 720, но есть 1080, 60, включаемся. И да, таки да, все воспроизводит, все четко. В данном проекторе также предустановлена программа Miracast для того, чтобы можно было выводить картинку с вашего смартфона на большой экран проектора. Пожалуйста, листаем все на смартфоне, и оно отображается на экране. Можем, конечно же, перевернуть изображение, даже запустить YouTube, смотреть какие-то файлы большего размера, вот, пожалуйста, на большом экране. Все это выглядит таким образом. Задержка, как видите, небольшая. Сейчас мы подключим к ноутбуку данный проектор через HDMI и посмотрим, что у нас там по задержке, а также попробуем поиграть в игрушки. Задержку как определим сейчас? Я нажму старт на ноутбуке и будем смотреть на экран. Я в моменте нажму паузу и уже там рассчитаем, какая получилась задержка. На экране вам я вам сообщением выведу эту информацию. Ну что, ребят, как всегда, завис я в GTA на час. Реально очень интересная игрушка. И что хочу сказать, на большом экране, конечно, играть гораздо круче. Здесь все отлично видно, даже вот при таком формате, даже на таком экране, если у вас какая-то будет серая или белая стена, или специальная ткань, то это еще лучше будет. Что, видите, что задержки практически нет. Вполне себе комфортно играть в такие бродилки, стрелялки в каком-то открытом мире. Если это будет онлайн-шутер, то, скорее всего, да, 50-100 миллисекунд, если задержка у нас получилась, то будет многовато. Но в целом, да, и цена проектора невысокая, а поиграть на 100 дюймах реально круто. Даже вот через провод HDMI 3 метра, который...
Добрались, друзья, мы до самого главного. Сейчас расскажу про цену. Проектор, безусловно, хороший. Android в базе, корректировка работает отлично, и фокусировки, и трапеции. Звук не самый плохой. Классный дизайн, хороший корпус, быстродействие мне очень понравилось. И такой проектор еще бы года полтора стоил, ну, точно $300. Мы, похоже, устройство тестировали. Заявленная цена на данный проектор $250. Но в честь распродажи и для наших подписчиков я выпросил эксклюзивный купон. И данный проектор будет, ребят, стоить $169. Это просто отличная цена, просто пушка. Реально, я 100% бы рекомендовал его приобрести, если ищете себе подобное устройство или хотите вообще познакомиться с проекторами. Отличный вариант для дома, для дачи, для каких-то командировок, возможно, для гаража, в детскую комнату. Справляется проектор отлично со своими задачами, и за эту цену, ну, просто пушка. Единственное, что количество промокодов будет ограничено. Промокод находится в описании, поэтому кто успел, тот успел, как говорится. Базовая цена 260, по промокоду будет 169, так что я думаю, почему бы и да. В общем, ребят, с 20 по 29 августа в 23 году вот эту машину можно урвать за $169. С брендом Binetech я познакомился еще 5 лет назад. 5 лет назад делал обзор на их проектор. И вот спустя столько времени ребята все еще существуют на рынке, выпускают что-то новое каждый год. Одна, две, а то и три новинки вылетают из-под их крыла. И это радует, действительно что-то совершенствуют, что-то улучшают, и данный проектор не исключение. Если вам все понравилось, ссылочки на AliExpress на данную модель есть в описании, заходите, выбирайте, там ряд других есть версий моделей. А также вот эту версию вы сможете забрать в нашем Instagram BuildStore.ua, ссылка также под видео, там есть тоже другие модели, выбирайте. А любая ваша покупка — это лучшая поддержка нашего канала и проекта в целом. А мы дальше тестируем разные устройства из Китая, не только. Если видео хоть немножко было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, берегите себя и увидимся скоро.